Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, у нас закончился сезон, и пора забирать наши награды. За высшую лигу. Так, 7 паков, как ты видишь. Отлично. Ну что, скрестим пальчики и будем надеяться, что нам выпадет легенда, а лучше несколько. Так, у нас выпадают необычные карты. Ничего пока тут хорошего я не вижу. Очень много повторений. Так, редкие пошли. Ягода, коряга. Так, ага, спортсмен. Мега редкие есть. Ну, это ерунда. Нет, ты уже легендарка. Да-да, ребята, легендарочка выпадает. Ну, вы серьезно, что ли? Блин, ну... Нет, это, конечно, хорошо, что выпала хоть какая-то легендарка, но... Такая у меня есть, и если я не ошибаюсь, их даже 3 штуки. Ну что, сезон 56 начался, и мы переходим на, по-моему, 30 ранг. Нам сразу автоматически выдают. Ну что же, вперед, а я сейчас гляну, ребята, сколько у меня все-таки этих зомбиков. Кстати, у нас задание дня — громкое событие, давай, наверное, быстренько пробежимся. Будьте осторожнее. Гранатомная бомба в колоде ночного колпака может взорваться. Возможно, стратегическая колода бессмертия и прием в мешке поможет ее обезвредить. То есть, я за кого? За бессмертие или за колпак? Я все-таки за бессмертие. Но я думаю, что вот это, наверное, убрать. Ой-ой-ой-ой, ну что это? Ну что это такое? Твою ж налево. Ладно, я рискну. Ладно, тебе, у тебя ничего не было. Меня даже удивил. Так, что же он поставит? Да? А что, если я сделаю вот так? И... Ты будешь превращаться или нет? Кого? Ладно, фиг с ним. Разменочка у нас там произошла. Так, а вот теперь что? Теперь я, наверное, выставлю вот таким вот образом. Ягода. Так, ну ягоду надо уничтожать. Или как сделать нам? Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Погнали. Так. Защита пока не сработала, но она сработает обязательно у него. Да ты запарился своими ягодами, а? Даже так. Ребята, даже так он делает. Что же мне тогда тут предпринять? Давай я так рискну. Я знаю, что у него сработает сейчас защита. Так, ага, случайные шампиньоны. Ну, тут он промахнулся. Тут он промахнулся, сейчас будем смотреть. А если я сделаю вот так, что он на это скажет? Превращает и... Ну, это не страшно. Это, ребят, не страшно. Так, нам надо, знаешь, что сделать? Блин, поставить, не поставить? Давай поставим. Хотя, с другой стороны, давай вот так все-таки я сделаю. Поехали. Так, 7 в лицо, и остается только лишь пятерочку пробить, да? Именно вот этим гаргантюа. Нашим великолепным. До свидания, ночной колпак. Все у нас получилось. Все у нас получилось по высшему разряду. Угу. Так, у нас 645 кристаллов.
Нанесите 20 единиц урона героям орех в доспехах и нанесите 300 единиц урона. Ничего себе задание. 300 единиц урона. Так, ну что, пойдем за орех играть. Орех в доспех. Подожди, у меня вот есть желание, знаешь, что сделать? У меня есть дикое желание прокачать. Ну, не то, что прокачаться, а сыграть. Сейчас. На орехах. Не знаю, почему у меня такое дикое желание, но вот оно есть. Ну, конечно, этих надо добавлять, потому что... Так сделать. Возьмем гриб. Лучше даже два, наверное, гриба. И выставлять, еще раз выставлять орехи. Так-с. Раз, два, три, четыре. Этот, я думаю, тоже нам не помешает. Взять пару могильщиков. Так. Вот этих возьмем. Раз, два, три. Где... Возьмем, наверное, вот таким вот образом. Раз, два, три. По идее, крахмал бы нужно взять. По идее. Этот бы тоже не помешал. Заплатка, да? Тут все хорошо. Тут все хорошо, что нужно мне. Ну, ладно, пока вот так оставим. Не знаю, что из этого всего получится. Я взял эти орехи-то? Взял, да? Две штуки. Вот, но сначала... Я гляну, что у меня вот здесь вот. Ой, подожди, это не то. Вот здесь вот это получается. Слушай, подожди, ничего. А, тут на хилах у нас. Все, я понял, а там на... На орехах. Ладно, попробуем, ребят, сыграть на хилах. Пока. Я не знаю, что из этого получится. Ну, думаю, что-нибудь хорошее выйдет. Так, и выпадает нам с тобой великанус 20 уровня. Тяжело, конечно, с ними драться. С этими великанусами, со всякими. Так, он уже начинает творить дичь. Прикрываться будем или как? Да я, наверное, не буду пока ничего делать, пускай бомбит. Аж два целых, да? О, конфеточник, ребята, выпадает. Блин, конфеточник это плохо. Что он может сделать? Чуть-чуть. Ну, дофига что может сделать. Давай так поставим. Ага, телепорт ставит. Да ладно. Ну давай я сюда вот передвину. Забубнил там что-то. Сундук. Вот так вот ты решил, да? Блин, как же тут лучше сделать? Орех сюда ставить? Давай так сделаю. Поехали. Блин, у него две энергии, он может что сделать? Да ничего, наверное, не сомневается. Он вытягивает карту. Ага.
Допустим. Блин, запарит, а. Он просто-напросто запарит. Что я могу сделать? Я могу сделать вот так. Хорошая карта выпала. И вот так. Угу. Кого он будет размещать? Он, наверное, будет его прокачивать, скорее всего. Опять сундук. Еще одну легендарку хочет вытянуть. Ну ладно, у нас есть вот этот. Нам бы дожить просто до него. Вот что он сделал. Вот что он сделал, да, значит. Блин, да запарит он вытягивать карты эти. Что же здесь лучше сделать? Либо ставить нам крокодила. Естественно, сюда. Ну и, наверное... Ну и, наверное, вот так вот еще сделать. Так, опять вытягивает... Непонятно, чего там. Это тебе не поможет. Ну, еще дальше. 5 энергии. Превратит их сейчас. Сколько нужно там? А, вот так вот он делает. Давай, 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 превращай. Что там дальше у тебя? Могильщик. Понятно. Так, ну что мы делать будем? Будем сейчас смотреть. У него наверняка ландшафт есть. Да, нежелательно, чтобы этот хмырёныш что превращался в кого-то. Угу. Так. Предположим. Все, да? Это все, на что его хватило. Кого сейчас превратится этот хмырь? Вот что меня интересует. Ну, это не страшно. Пускай он там свои доборы делает. Нам надо вот этого уничтожить. Так, рикошет. Уберет, наверное, вот этого, да? Я не удивлен. Вообще нисколько. А вот это мне не нравится. Вот это мне не нравится. Если он сейчас еще вытащит... Ничего он не стал вытаскивать. Кто там вот у тебя, а? Скажи ко мне на милость. Кто у тебя там сидит? Кто у него там может сидеть?
Рикошет, опять же. Так, заморозочка. Дальше что? Понятно. Ага. Так, защита же сработает у меня? Нет, не сработает. Жаль, жаль. Так, ну что, превращаем всех, наверное. Хотя, наверное, не стоит, да? Блин, вот этого хламона, конечно, надо как-то подбить. Я не знаю, правда, как. Давай посмотрим, что он так. Он сейчас сюда кого-нибудь поставит. Ага, превращает. Вот, ребята, нам... Воу-воу-воу-воу. Ну, это, по-моему, чересчур. Ладно, здесь у нас работает защита. Так, на броньку, да? Нам пригодится вот этот вот паренек. Ты сейчас серьезно, блин? Твою налево. Они же там все вперемешку. Не хотелось бы мне получить, конечно, столько урона в лицо. Не хотелось бы. Ну а чё? Посмотрим, кто там у него. Ага. Дальше этот выходит. Так, пятерочка и еще. Вот это плохо, ребята. Ага, мозги берет. 8 и... Блин, дофига получим урона. Так, этого уничтожаем. Тут, конечно, вот тут 16. По-моему, нам кранты, ребята, сейчас будут. Нет. Еще пока не кранты. Выставляй вот этого хмыря. Спасибо тебе большое. Угу. То, что я ему энергию, конечно, дал, вот это зря, ребят. Давай посмотрим, что он получится. Так, превращает на одну карту. Он хочет энергию добрать, да? Все равно 5.
Так, ребят, теперь что делаем? Теперь просто, наверное, будем отхиливаться, да? Ставим лужайку. Ну и бомбим по нему. Все равно других вариантов нету. Потому что он тут этих берет, это нас уже как бы не интересует абсолютно. Да? Вот и все. Вот и распетрушили. Пытался, конечно, он там что-то сделать, но, видишь, ничего у него не получилось. Но 300 единиц урона. Я тут, ребят, буду до посинения бомбить, даже если по 20 единиц урона брать. Это больше... Это больше 10... Какой там 10? 15 боев... 15 поединков надо сделать. Так, ну что, попробуем теперь взять вот этот орех и сыграть за него. Я не знаю, что у нас из этого получится. Заранее, как говорится, не предугадать. Но что-нибудь смастерить попробовать можно. Давай так сделаем. Так, еще один орешек. Кого ты там превращаешься, понятно. Сделаем так. И, наверное, вот так вот. Два и один, да? Как раз уничтожим дэнс-площадку. Взял ты своего мага, ладно, радуйся, что ты взял его. Давай сделаем так. И вот так. Окей. Он сейчас ничего не будет делать, потому что ему нужна заклинашка. Вот даже как. Вот ты, значит, даже как, да? Хорошо, я так вот сделаю. Поехали. Кокосовый король. Так, что мы можем сделать? Ну, я, наверное, вот так вот сделаю. Блин, конечно, не такое я хотел. Ну, уничтожил, и что дальше? Все? Ну, и кто там у тебя... Ковбойша вылезла. Так, ребят, теперь уже надо действительно браться. Блин, где мои орехи? Вот что меня интересует. Че он радуется-то? Ага, вот так вот, значит. Ну так вот, значит, ну что я могу? Могу прокачаться. Три. Ну и, соответственно, еще взять определенную защиту. Сделать так, к примеру, и... И вот так. Эх.
Эти орехи, конечно, ребята, хорошо, но где мой зеркальный орех? Вот что меня интересует больше. Где мой зеркальный орех? Давай. Так, 9 хп. Так, прокачивается. Так, ну здесь мы можем взять защиту. Тут, в принципе, пока ничего страшного нету. Или же... Или же сделать вот так. Стоит ли мне брать защиту? Вот в чем вопрос-то сейчас. Давай возьмем. Давай возьмем, на всякий случай. Так, одну единичку урона наносит, да? Хочет превратить его в кого-то? Ну, превратил. Так, он же может сюда поставить. Вот. Все, парень, ты отыграл все, что мог. Пошли колбасить тогда его. У паренька карты не осталось. Совсем. Ну, зато здоровье дофига, да? Так, сюда, наверное, поставим мокрое место. Или... Да, сюда можно поставить... Блин, нет, мне хочется и этого выставить. Крахмал поставить сюда, предположим, да? И прикрыть его орехом. Либо можно взять мокрое место сюда поставить. Например, ставим на поверхность, сюда мокрое место. Ну и бомбим. Наверное, так лучше сделать, да? И вот так вот. Посмотрим. Вот, вызывает сюда пирата. А, видимо, прокачать пирата не можешь, да? Получается так? Слушай, ну у него сейчас защита сработает, а там, ты сам знаешь... Три карты на Эврике можно вытащить и две карты на Доборе. То есть, как бы я все равно сейчас в не очень выгодном положении для меня. Ну, давай. Вот сейчас у него сработает, ребят, защита. Что за карту он вытянет? Давай, не томи уже там. Что, показываю тебе Эврика? Или что? Ну, что-то хорошее, 100%. Почему-то он, правда, сейчас не заюзал это. Есть орех, ребята. Мы, в принципе, можем сейчас уничтожить его. Угу. Ну, наверное... Тогда получается все, да? Подожди, все. Если я ставлю сюда крахмал, плюс... смотри. Так. И... Вот так. Нормально будет, наверное. Эти погибнут. Эти автоматически погибают, потому что пират в бочке срабатывает. Одну единичку урона наносит, и эти два погибают автоматически.
Мы подбиваем этого Шулера, или как его там звать-то? Шустрый мошенник. А потом наносим урон и добью, в принципе, вот этим орехом. Это уже на следующем ходу. Тут все предсказуемо. Ну вот, у него остается 3 хп. Отличная, отличная выпала карта. Ну вот, наверное, и все. Как бы он сейчас тут не прикрывался. Если он, конечно, сюда кого-нибудь не влепит. А я сомневаюсь, что он кого-то сюда поставит. Ну вот, задумался, короче. Наш профессор заминжевался чуть-чуть, я вижу. Задергался, затрепыхался, глазки забегали. На тебе, я не буду его томить долго. Все. Хорошо разыграли, между прочим. Орех не подвел. Эть, 63 единички урона. Так, а сколько там не хватает мне для того, чтобы получить карту? Так, утилизировать. Ребята, еще 680 карт у нас. Так, я хотел посмотреть на зомби. Вот этот вот, сколько у них? Вместе с этой картой, ребята, у меня их 3, получается, да? А что, это тоже легенда? Да нет, не может быть, это утилизировать. Сколько ты стоишь на утилизацию? 1000. Если я даже его разберу, ребята, у меня будет 3500. Это мало. Мне нужно 4000, чтобы купить легендарную карту, естественно. А вот так вот, если покупать легендарку, я даже, ребят, не знаю, честно говоря, какую карту можно было бы купить. Вот это, конечно, карта мощная, ребят. Стоит он 2000 энергии, да? Наносит 7 единиц урона. Но игрок, противник, получает одну карту. Но зато 7 единиц урона. Это вот хорошо против Гаргантюах, ребята. Вообще топово рулит. И стоит она всего, по-моему, да, 2 энергии. То есть дешево и сердито. Блин. Ладно, друзья, давайте на сегодня закончим. В общем, сегодня хоть одна легендарка нам выпала, это уже приятно мне. Ну, а мы увидимся уже в следующей серии и продолжим. Блин, а прикинь, в следующей серии у нас ежедневки эти останутся. Я, конечно, могу их поменять, но пускай они будут, ребята. 100 кристаллов, как говорится, лишними не будут. Ну, а мы, как говорится, увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и до новых скорых видосиков.